Привет, подписчики и гости канала Travel in RF. В этом видеоролике покажу вам поход выходного дня на Морковский хребет в районе села Кабардинка. Пройдем через можжевеловую рощу, поднимемся на вершину Морковского хребта и попытаемся найти руку свободы. В конце видеоролика приложу вам схему этого маршрута с расстоянием, с высотами, на которые мы поднимемся. В общем, приятного вам просмотра. Для начала нам нужно выйти из села Кабардинка, вот в этом месте. Вот выйдя из села Кабардинка, вот такие красивые вам виды откроются на Цемесскую бухту, на скалы, на Новороссийск, на гору Масхака. Ну а мы идем дальше вдоль трассы, нам надо дойти вон до того пешеходного надземного перехода, перейти дорогу, ну и дальше следовать до вывески Новороссийск. Так, ну я дошел до пешеходного перехода, сейчас поднимусь наверх, перейду дорогу и останется немножко до захода в лесопарк. Движение здесь очень оживленное, поэтому этот пешеходный переход очень здесь необходим. Хорошо, что он сделан надземным, хотя лучше бы, наверное, был бы подземным. Ну вот про этот указатель я говорил, Новороссийск 9 километров, и здесь мы свернем направо. Ну что ж, подъем пока достаточно плавный. Подъем только у нас начался. Ташенька, не отставай. Я, как обычно, иду не один. Всегда со своей верхней спутницей Натальей. Поздоровайся, Наталья. Всем привет. Вот на встрече нам есть грузовичок. Дело в том, что мы будем проходить то место, где будет проходить водопровод в Геленджик. Так что там сейчас ведутся активные работы, и дорога достаточно разъезжена. Когда я здесь был в последний раз, это было 3,5 года назад, здесь была, по-моему, просто узкая тропинка, и проехать было невозможно. А сейчас можно заехать даже на машине. Вот так. Сегодня в Геленджике достаточно прохладно, 12 градусов. Вчера шел дождь. Сегодня очень ясно и солнечно, сами, в принципе, видели в предыдущих кадрах. И, в принципе, я оделся достаточно тепло, шапку взял, флиску. Но вот пройдя буквально 200 метров в подъем, стало очень жарко, пришлось немного подраздеться. Буквально 200 метров ввысь решают вопрос, как одеваться, тепло или холодно. В общем-то, надо брать разную одежду, потому что потом при отдыхе где-нибудь на вершине, возможно, снова станет прохладно и придется одеть флиску. Еще один грузовик. К сожалению, конечно, не очень уютно будет, пока не будут разъезжать, но я думаю, мы поднимемся чуть повыше, там будет потише. Ну вот, собственно говоря, я поднялся на то место, где прокладывают водовод в Геленджик. К следующему году будет отдельная ветка Троицкого водоканала до Геленджика проходить. Ну вот такой у нас ждал нежданчик. Здесь же все перекопали из-за водовода. Раньше можно было пройти вон в ту сторону и идти дальше по тропинке. Сейчас это сделать никак невозможно. Ну, будем искать какую-нибудь другую тропинку, получается. Вон там вдалеке что-то вижу. Сейчас спустимся, посмотрим. Ну, идем сейчас вниз. Надеюсь, там мы сможем пройти. Нет, мы там сможем пройти. Там сделали переход. Перемычку небольшую. Вот в этом месте трубу уже уложили. Вот в ту сторону как раз Геленджик. Вот такие трубы для пропуска воды. Должны прослужить долго. Ну да, работы здесь ведутся достаточно активно в данный момент. Вот как раз в этом месте есть возможность перейти вот эту скважину и дальше углубиться в лес, в можжевеловую рощу, ну и на вершину Морковского хребта в том числе. Наталья, не устала? Нет. Вот такие отсюда потрясающие виды открываются. Честно сказать, не знаю, есть ли здесь проход, такая тропиночка очень узкая. Ну, не знаю. Будем идти, пока не упремся в тупик. Конечно, я ожидал пройти по старому маршруту, но сами видели, что не пройти никак. Нарыли большой котлован. Что-то как-то тут лес густой. Лес очень густой. Что можно пройти? Давай попьем воды. Густо очень. Не знаю, надо искать какой-то другой путь.
А, сейчас, видимо, сезон грибов начался в Геленджике. Вот. Знаешь, такой интересный гриб большой. Сыроежка. Может, сыроежка. Ну, похоже-то, видишь. В общем-то, здесь густой кустарник. Придется нам вернуться вниз. Ну и подняться где-нибудь в другом месте. Поэтому, к сожалению, сегодня у нас не будет можжевелой его рощи. Но, может быть, хотя бы найдем руку свободы. Смотрите, как здесь все ужасно наворотили, накопали, нарыли. Проект большой. Короче, мы ищем еще одно место, где можно перейти, наконец-то в лес уйти и подняться на хребет. Попробуем. В общем, спускаемся. Вот достаточно крутовато. Надо очень аккуратно ноги ставить и не потерять равновесие. Спуск прям очень крутой. Если бы здесь был снег, можно было бы на лыжах скатиться. Нашел табличку, где указано, что это за проект Троицкий групповой водопровод от поселка Кабардинка. Когда закончат? Декабрь этого года должны закончить. Так что я ошибся, не следующий год, а этот. Это вообще наша цель — забраться вот туда. Ну или хотя бы вот туда. Что-то как-то нет точной уверенности, получится или нет, но попробуем. Вот нас снова с Натальей ждет подъем. Вот такой вот подъем, и там вроде бы есть еще одна перемычка. Перекопали небольшую дорожку. Вернее, засыпали небольшую дорожку для перехода. Посмотрим, куда она нас приведет в итоге. Устали, конечно, но зато виды красивые. Дождь не капает, комары не кусают, ветра нет. Наслаждаемся видами. Ну вот, в этом месте мы наконец-то, и слава богу, сможем зайти в лес. Ну, частично погулять все-таки по можжевеловой роще. Площадь у нее огромная здесь, не заканчивается тем местом, куда я ходил 3,5 года назад. Ну, что еще хочется сказать. Тот маршрут, который я вам показал в начале видеоролика, вы им пользуетесь. Он хороший и комфортный. Просто вот я попал в такую ситуацию из-за работ. Но они закончатся в декабре 2024 года. Поэтому в следующем году здесь можно будет... Сюда можно смело прийти и им воспользоваться. Ну, вот здесь вот такая солнечная дорога, состоящая из мергеля. Идти комфортно, подъем плавный. Если он такой будет до самого подъема, это будет просто великолепно. Просто чудесная прогулочка получится. Шли до развилки, а так как рука Свобода, она правее, ближе к центру Кабардинки, ну, если ориентироваться по селу, ну, пойдем направо. Надеюсь, я не ошибся. Еще одна развилочка. Я держусь правее по тому правилу правой руки, которую я установил в начале подъема. Вот он, можжевельничек красивый, зелененький, ягодки синенькие. Вот. Можжевельника здесь много под Новороссийском. Дошли до высоковольтной линии передач. Думаю, здесь сделаем небольшой привал, выпьем чаю и сидим по бутерброду. Вот. Здесь высота уже 138 метров над уровнем моря. А виды еще лучше. Так, ну что, привал у нас закончился. Идем дальше в горы. Расстояние у нас еще дальнее, поэтому долго мы не рассиживались. Эх, какая красотища там справа и впереди красотища. Всегда приятно приехать в какое-то новое место, где ты еще не был, обойти все, изведать. Ну вот, в принципе, мы, наверное, дошли непосредственно в эту можжевеловую рощу. Здесь сплошной можжевельник везде, и слева, и справа можжевельник. Ну и дышится здесь, конечно, просто прекрасно. От трассы мы уже отошли достаточно далеко, даже машин не слышно. Я читал, что 1 гектар можжевеловой рощи может очистить целый промышленный город. Воздух, в смысле, промышленного города. Так что можжевельник — это вообще, конечно, можжевельник всему голова. Из него и лекарства делают, и джин делают. Очень удобно, правда? Выпил джин из можжевельника. Тут же можжевельничком подлечился.
Дорога здесь, конечно, очень радует. Идти комфортно, как я уже сказал, подъем не имеет высокого наклона. Поэтому, можно сказать, идем без одышки. А дальше нас ждет небольшой подъемчик. Угол немножечко увеличится. Я не скажу, что это прямо сложно, но все равно требуется какая-то хотя бы средняя физическая подготовка. Но в данный момент мы находимся на высоте 240 метров над уровнем моря. Горы уже не кажутся так, вернее, вершины вот этих гор не кажутся уже далеко, как тогда, когда я снимал вид на них снизу. Осталось совсем чуть-чуть. Где-то справа, возможно, либо на этой на горе, либо ниже, находится как раз знаменитая достопримечательность Кабардинская рука свободы. Ну, туда в основном организуют джип-маршруты. Ну, в принципе, сами джиперы, по-моему, ее установили, чтобы сделать еще одну достопримечательность в районе Кабардинки, привлечь отдыхающих к этой точке, к этому маршруту. Вышли на пологую поверхность. Здесь стало очень ветрено и холодно. Так что флиску, которую я убрал в рюкзак, наверное, придется одеть. И вот, в принципе, этот прямой маршрут выводит нас либо на эту возвышенность, либо можно сходить на эту возвышенность, ну либо уйти налево. Даже если я не увижу руку свободы, я не расстроюсь. Самое главное — вот эти виды, понимаете, вот эта красота. А пластиковая рука свободы, в принципе, не нужна. Такой еще туристический объект для привлечения туристов. Ну, в общем, решили с Натальей забраться вот на ту гору и посмотреть уже оттуда. Идти, может быть, еще на одну возвышенность, ну или вернуться домой. Ну и покажу вам, какие виды оттуда открываются, и сообщу, какая там высота. Что нас ждет длинный путь. Наберемся сил, воли к подъему и идем. А мы тем временем подошли прямо к подножию этой горы. Сейчас будем на нее взбираться. Осталось совсем чуть-чуть. Ну и ждут, конечно, нас живописные виды. Поэтому идем с таким одушевлением, одухотворением, вдохновлением. Что первый раз вот с этой точки увидим Новороссийск, Кабардинку. Мы первый раз, на самом деле, первый раз сбираемся на Морковский хребет в районе Кабардинки. До этого все в районе Геленджика ходили. Много уже роликов про это снял. Кому интересно, можете глянуть все эти походы. Дошли вот до такой развилочки. Посмотрели по Яндекс.Картам. В общем, если идти по этой дороге и забраться вот на ту гору, по этому крутому склону, то как раз там должна быть вот рука свободы, если ее не убрали. Не знаю, мне больше хочется вот идти на эту гору, но на которую, в принципе, я и шел, направлялся. Я, наверное, пойду все-таки туда. Поднимусь, она как-то не такая высокая и достаточно привлекательная, а там тоже, судя по карте, есть обзорная площадочка. Шикарные виды, правда. Нам можно в любую сторону смотреть. Везде будет очень красиво. Глаз не оторвать. Ну вот, осталось чуть-чуть. Ветер все сильнее и сильнее. Надо забраться сюда. И еще метров, наверное, 100. И я на вершине. Так, ну вот. Я и забрался. Высота здесь 500 метров над уровнем моря. И вот такая красота. Ох, ветрюга, а! Но там, скорее всего, судя по Яндекс.Картам, как я уже говорил, рука свободы. То есть, кто заинтересуется этим маршрутом, может сворачивать туда, либо вниз, либо направо. Вот. Такие виды отсюда. Ну и ветер, а!
Ух, дует. Ну а я в этом живописном месте с вами распрощаюсь. Карту этого маршрута оставлю прямо сейчас, в конце видео. Желаю вам удачи, подписывайтесь на мой канал, ну и оцените, конечно, этот видеоролик. Всем удачи и пока!